Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон ЖК Игорь. Добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Угадай постройка». И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки. Только благодаря вашим лайкам мы снимаем эту серию. Да, ребята, всем привет, и надеюсь, в этот раз вы тоже поддержите нас своими лайками, потому что это очень-очень просто, а нам будет очень-очень приятно. Так что ставьте лайки и приятного вам просмотра. Поехали! Бря! Бря-па-па! Бря! Кто... Я первый! Да какие, по какой пе? Какой? Ну давай, отошел, давай. Опа, изи, вот так. Ты смотри, какой он тебе, да. Он да, он реально просто вытащил, Жека. Да. Ты даже на кнопку даже не нажал. Я нажал. Короче, берем постройки. Евгений, слушай. Ну я готов уже. В принципе, вот смотрите, у нас осталось 2 секунды, 1 секунда, и го! Ого, это привидение, белое что-то. Да ты давай, какой так быстро подойди, яичница, это... Монетка, бутылка. Тарелка! Миска! Подожди! А что это такое? Орео какой-то? Нет! Это... Хребрык... Это компас какой-то... Покебол! Игорь первый сказал! Игорь, вообще паскуда, я так скажу! Ребят, давайте кто-то будет отстирать, потому что, ну... Да, давайте сейчас я это делаю. Давай, стирай! Давай. Раз, два, три. Короче, Игорь. Да ты подожди, дай запись начну. Ну что ты вообще, ты конечно. Так я не понимаю, вы считаете для чего? Нет, мы запись начинаем. Раз, два, три, начало записи. Теперь раз, два, три, поехали. Ой, вот сейчас реально поехали. Вот сейчас, да, нога. Это рука там, ну, что-нибудь такое. Это тело какое-то. Боксер. Боксер. Да? Это... Да ты вообще, Я не понимаю, как он это делает, я не понимаю, как он это делает. Причем это моя постройка. Твоя постройка. Он ненормальный. Он читер, я честно вам скажу. Посмотри. Давай, Эдисон, раз, два, три. Поехал, Эдисон. Эдисон, не яму копай. Река. Слезы, пирамид. Да, мост! Ебай! Раза три было. Ну, а что сделать? А что поделать? Подождите, да? Ну ты что-то так... Ну да, записывайте. Записывай, давайте. Давайте записывать. 4, 3, 2. Ну что, давай, готовы. Раз, два, три. Поехал, Игорь, давай. Красная шерсть. Это тоже покебол. Пилюлька. Таблетка. Спиннер. Глаз Саурона. Глаз. Какой-то... Тихо! Пластинка! Диск, пластинка, да. Ну, я сказал. Я первый сказал. Я сказал пластинка! Я первый сказал диск. Я готов. Нет, не готов. Давай. Да, готов ты, давай! Давай. Раз, два, три, поехали, мать твою. Это дружко! Так, если там опять у тебя дружко где-то, я... Я, да. Нубик. Какой нубик? Сам ты... Циклоп! Понимаешь? Да! Циклоп, ё-моё, это конечно... Это самый идеальный циклоп просто. Это самый нормальный циклоп, вот именно, я согласен. В общем, пацаны, у меня тут сложная на самом деле очень постройка. А, Игорь сотрёт, дворник. А, дворник работает, я тут не получу. Нет, 5 баллов за дворник. Ну давайте, готовы? Начинайте. Раз, два, три, поехали. Это дружко, точно. Это так, палец. Встань ты от меня со своим дружком. Так, подожди, тихо. Что это такое? Это голова, это человек. Каракес, мент. Прическа. Волосы. Гитлер. Сталин. Горшочек, причесочка горшочек. Да не название прически. Ну тихо, подожди. Брюнет, нет. Не лысый, волосатый. Это шляпа, это... И... Волосатый. Я не понимаю. Фуражка. Какая фуражка? Чёлка. Нет. Ну как бы, я не знаю, пацаны, я могу, в принципе, засчитать, но это такое. Что засчитать? Ну, типа, вы сказали ей волосы, чёлка, это парик. Ну, это не то. Так, давай. Короче, ну что, я готов. Опа! Давай! Юра опять выигрывает нахрен! Ну что, пацаны, вы готовы? Мы готовы, давай, начинай. Давай, поехали! Бря, папа! Так, еще раз хочу, чтобы потерять. Это голова. Ну это голова, ты молодец, ты сам голова. Ну ты подожди, сейчас мы... Я просто мозг.
Рик! Рик. Я увидел просто шерсть в руке. Я сразу хотел сказать, но что-то как-то... Не знаю, тут сразу понятно. А так же молодец, молодец. Так, а я пойду возьму по строчке, пацаны. Ну давай. Раз. Что это такое, Эдисон? Ты дурак? Что это? Давай начнем уже. Давайте, раз, два, три, Эдисон, поехал. Давай. Это ручка. Телефон. Ковер. Сиденье. Диван. Это Паук! Yes. Это паук! Да, это паук! Это паук! Я не люблю пауков, нужно его стереть! Ненавижу пауков! Нормальный паук! В общем, Евгений Евгеньевич! Ну подождите, я не готов. Я еще. Мы будем ждать его или не будем ждать? Будем ждать. Давайте, я готов. Ну давай, да, ты готов? Ну давай тогда. Раз, два, три, поехали! Это что-то непонятное, видно, это детские какашки. Знаешь, детский понос, он такого же цвета. Это клавиатура. Да. Yep. Самая оригинальная постройка. Yeah. Оскар Игорю. Давайте, раз, два. Я реально не знаю, что это. Раз, два, три, поехали. Просто постройка, как у меня это в голове. Подожди. Так. Вот что это? Okay. Ну, лучше вообще не говори, чья постройка, может так сразу будет понятно. Это звезда, я не знаю. Планета. Звезда смерти. Какая звезда смерти? Что это? Киря... Подожди, ну откуда я знаю, что это? Небоскреб. Груша какая-то. Я понял, что это такое! Я понял! Ну как вы же теперь это долго... Без слов нужно. Ну короче... Я пока... Давай без слов! Это не... Время уже закончилось, если чё. Башня свободного падения! Что это за постройка? Стол построить такой и потом нахреначить вот так сиденье, сесть на одно сиденье. А, ты имел в виду аттракцион? Ну да. Давай, сет-ноль. Он поставил короб и толкает и говорит, башня свободного падения, туда суицидники приходят, рипаться, знаешь? Башню в воздухе. И начал толкать оттуда коров. Игорь, ты уникальный человек, ты это знал? Ну, хоть мясо соберем, пацаны. Да, и опыт собирать. Раз, два, три, поехали. Это заборчик, это, не знаю, свечка. Шарик. Свечка. Воздушный шар. Качеля. Шашлык прям на супер, понимаешь? Шашлык, мать какой! Горит, тушите! Непонятный постройки! В смысле, Игорь, ты все понял? Конечно, Игорь, постройка! Как это можно не понять? Игорь, все понял, блядь! Давайте, ладно. Лайк, если вы любите шашлык, я готов, раз, два, три, поехали! Да подожди! Поехали, Игорь, поехали! Давай. Голова. Ну это дружко. Это дружко. А, это писюн на колесах, мне кажется, да? Это факт. Это олень какой-то. Это качок. Это бицак, ну я понял, хорошо. Эджека что там у него вылезло, да, уже трицепс такой торчит у него, да, уже немного накачался. Да, это все понятно. Вот так и справа. Вот так, правильно. Все верно. Когда игры выиграют, все верно. Короче, Евгений, ты готов? Я бы не сказал, что я не готов, но я готов. Ну давай тогда, раз, два, три, давай. Цветочек. Кактус, что это такое? Цветок. Военный. Да, военный. Ну тут я как мы вместе сказали, Эдисон. Да, мы вместе сказали. Предлагаю перетянуть просто, Эдисон. Мы прям в одно время сказали. Я тоже уверен, но вот. Давай, короче, кто красный втягивает, тот строит. Тяги. Я. Миха! Мне все правильно. А кому бал засчитывать? Бал засчитывать Эдисону получается. Да, ну я же вытянул. Давай, раз, два, три, поехали. Что это такое? Коричневая срань, это парик опять. Это подожди, это хлеб. Хлеб! Что? Это хлеб был! Хлеб надо было там, эба, сали там. Нет, это хлеб. Жека, молодец, Жека догадался. Давай, стирай, уборщик, давай. Давай, тогда уже начинаем, Евгения, давай тогда через две, через одну, давай, постройка, бутылка, фляга, водичка, чуть не умер, бутылка. Стекло. Не сломай стекло, окно, что это? Не сломай окно, стекло. Кто-то грустит, это тюряга,
Это зеркало! Свидание. Да, зеркало! Ебай! Почему вы, Эдисон, подумали об одном и том же тюряга? Тюряга, ну типа да, за стеклом кто-то, да. Ну вы молодцы. Мы молодцы, Ира, ты слышал это? Он похвалил нас, слушай. Ну что, Эдисон, ты готов? А я готова, да. Поехали. А все? Ну давай. Что это такое? Это человек, это факел. Свечка была. Свечка. Свечка. Да, какие-то слишком простые постройки. Так, скажи, допишем. 15, 13, давай. Раз, два, три. Поехали, Игорь, поехали. Это забор. Шашлык, флаг, сосиска. Нет. Воздушный шарик! Воздушный шарик, Эдисон, молодцы. Да шо ж вы это шо? Бра-ка-как, бра-бра, скра, бра-па-па. Сейчас, бра-бра, давай. Опять чуть не умер, давай. Раз, два, три. Поехал, Эдисон, поехал! Что это Бэтмен? Это опять качок. Нет. Нет! Писюн на колёсах. Это Рик. Даже не писюн на колёсах? Нет. Это, конечно, странно. Это дьявол. Терминатор. Это какой-то толстый чувак с красными глазами. Подождите, а где? Подождите. Как это сопли? Нет! Ну подожди, только ничего не говори. Так я говорю нет, да или нет? Пила, Джек-убийца, что это? Маньяк. Оно, усы. Я не знаю, как это построить. Клыки. Клык! Ну. Это вампир! Нет. Ну, в принципе, да, но я не знаю, это кому засчитывать. Ну, блин, а ну чё? Как бы, ладно, окей, я уже потом подумал. Ну, он сказал клыки, а Жек сказал вампир, ну, как бы. Ну, а тема-то вампир? Ну, ладно, тогда Жеке записываешь. Раз, два, три. Ну, короче, у тебя поехали. Ой, что-то как-то ты... Давай, поехали. Так, Гарри Поттер. Очкарик. Почти. Да, Игорь, я предлагаю выгнать Эдисона из профсоюза. Короче. Он играет не по правилам. Зря бухали, короче. Зря бухали, ну короче, пацаны, тут... Давай. Раз, два, три, поехали. Прям для ценителей. Что это? Бабуся. Писюн на колесах. Эйфелева башня. Нет, это... Знаете, что есть? Это писюн. Марка машины какая-то, Infiniti, что ли? Это точно писюн на колесах, смотри, похоже. Это Бугатти, я не знаю, что это марка машины, да? Это скелет какой-то, хорошо, вы пока угадываете, я потом скажу. Так, хорошо. Это вообще растаманская фигня, там эти... Это легкие. Ну все, я построил. Легкие? Я не знаю, что это. Мне кажется, мы уже угадали, он просто, знаешь, издевается над нами. Ну вы угадывайте. Ну уже время закончилось. Я понятия не имею, я просто... Время закончилось. Игорь, в принципе, угадал, это марка машины. А что это за машина, Infiniti? Мерседес. А, это Мерседес? Это Мерседес, да, это Мерседес. Ну, это просто... Ой, пардон. Ну тут места просто не хватило, понимаете? Ой, пардон. Пардон. Пардон за мой... Бонжур, пардон за мой французский. Пардон, месье. Я не хотел. Ну ладно. Что, подожди, мы еще не выиграли. Подожди, куда? Эдисон выиграл. Все, в смысле, он выиграл. Ну, все. А почему 19, если 20? А, должен? Типа, марку машины зачитали или что? Ну да. Типа того. А, ну ладно тогда. Дорогие друзья, предлагаю вам сейчас поставить великолепный лайк, который... Великолепный! Подождите, на все три видоса, что самое главное. И сюда, и туда, и туда, понимаете? Везде. Вот. Да. Также я предлагаю посетить комментарии и наши каналы, если вы там еще не были. Короче, все в описании. Инстаграме, ВК, писька, подписка. Все есть. Да. До свидания. До свидания. А что ты с палкой тут делал? А ну пошел, ладно, ублюдок.